А зачем нам молодежь? Чтобы дать им план. Ну, вот сразу получит бонус. Зачем? Молодежь расскажет друзьям своим, друзья своим, друзьям и пойдет по цепочке. Ну, друзья ведь не покупают мед ваши. Зато развлечения придут, а придут на развлечения, увидят, захотят и купят. Нет, молодежь не покупает мед, она покупает, но она в основном его лижет, пачкал, пошла и все, пошли, дорого. Раньше мамы, потом бабушки, правильно, вы нас привлекаете, знаете, сколько вы там, вот, у мамы моих знакомых, у мамы знакомых, да, у каждого еще бабушки. То есть получается, что молодежь, когда мне говорит, зачем ты тратишь деньги на молодежь, я говорю, подождите, но ведь они тоже видят. Ну, я представляю. Ты когда, вот представь, что я вот продаю мед, и ты говоришь, дайте дядя мне мед. Ну давай, я стою, да, вот подойди ко мне сейчас поближе, да. Вот я стою, покупаем мед, ну давай чуть побыстрее, а то камера у нас закончится, капелка, давай. Покупайте мед, здравствуйте, что вы хотите? Мне, пожалуйста, медом. А у вас деньги есть? Есть. У вас нет, дед, покажите. Ну так что вы кто-нибудь? Так вы будущее, да, идите, давайте. То есть чувствуешь, да, денег нет, а что ты хочешь? Что ты хочешь делать? А попробовать, да, попробовать. Вари отсюда тоже попробовать. У меня деньги есть. Что? Деньги, а, знаешь, где деньги есть. Деньги, я знаю, что за, все пробуешь и пробуешь, девушка, отойди, вот бабушка идет. Ладно, хорошо, давайте я поработаю на вас, а вы мне медом наплатите. Очень важный момент. На самом-то деле, действительно, молодежь, когда приходит, она смотрит посмотреть. Но я заметил когда-то, что когда молодежь приходит и смотрит, я думаю, ну ведь она же что-то же запоминает. Халяву особенно запоминает. Девчата приходят, хлопцы приходят на пчелу посмотреть. Говорит, вот смотри, вот видишь, какая хорошая пчела. Ну, смотри, вот. А говорит, а он в бок и говорит, это же не пчела, это же он. То есть, может быть, и такое. А, в общем, вы запоминаете. Вы потом приходите домой, говорит, мама, там такой чувак! Я имею в виду не себя,